Добрый день, привет всем. Я сейчас нахожусь на Гран-канале, вот недалеко от площади Сан-Марко, большой канал вот здесь проходит. Хочу вам показать, вот какие здесь красивые здания. Ну вот они, кстати, вот это здание, наверное, брошенное. Видите, какие закрытые старые ставни, и никаких ни цветов, ничего нет. Это рядышком, не знаю. А вон то, наверное, какой-то музей или государственное учреждение. Вот здесь ходят трамвайчики водные. Вот, смотрите, гондолы здесь вот, какая интересная. Видите, вот здесь сиденья. Кто не был в Венеции, посмотрите, какие вот гондолы здесь возят людей, туристов. Или вон катерочки, пожалуйста. Ну, катер это, конечно, личный транспорт. Они используют в качестве средства передвижения личного, как машины. Вот. Это вот моя подруга Ирина, ее зовут. Решила сбежать. Это вот в сторону академии. Смотрите, как красиво подъезжает гондольер. Привозит людей. Вот, народ выходит сейчас. Смотрите, как интересно. Сейчас я буду им мешать, вот, закрывать вход. Вот, а вот это вот Парокия. Дорсудур называется вот этот район. Видите, вот здесь. Ага. Вот, вот такой здесь красивый вид. Да, здесь без тренировки тяжело. Ну что ж, всем привет. Пока.